плавательных бассейнах всегда имеется риск, связанный с наличием бактерий и паразитов, и наша цель – уменьшить этот риск и избежать заражений и передачи болезней, а также химических аллергических реакций. Мы должны очищать воду по самым высоким стандартам в целях защиты детей, использовать большой накопленный опыт в работе бассейнов и обеспечивать качество воздуха для всех, в том числе и для работающего в бассейне персонала. Мы должны использовать хлор, потому что это единственное дезинфицирующее средство, которое быстро убивает бактерии. Однако он имеет некоторые недостатки. Он убивает бактерии в воде, но не те бактерии, которые размножаются под биопленкой или в бактериальных хлопьях. Хлор создает побочные продукты дезинфекции, которые токсичны, особенно когда они становятся летучими и передаются из воды в воздух. Во всех бассейнах можно найти скользкую биопленку, возникающую в местах скопления и размножения бактерий на всех поверхностях, имеющих контакт с водой, на стенках бассейна, в трубопроводах, но больше всего в песке в песочных фильтрах, потому что именно там имеется самая большая площадь поверхности контакта с водой. Бактерии создают желеобразное альгинатное покрытие в виде пленки, которое защищает их от хлора. Бактерии размножаются под этой биопленкой, и даже высокие концентрации хлора их не могут убить. На поверхности биопленки вода окисляется, и здесь образуется трихлорамин. Трихлорамин может вызывать раздражение легких и глаз и является причиной запаха хлора в большинстве бассейнов. Низкая скорость фильтрации дает лучшие показатели механической очистки. При снижении скорости наполовину эффективность очистки увеличивается в 4 раза. Это также увеличивает время воздействия флокулянта АПФ и способствует получению лучшего результата фильтрации. Одновременно снижаются энергопотребление и уровень шума. Поскольку для обратной промывки необходима скорость от 40 до 50 метров в час, то хорошим решением для работы с разными скоростями фильтрации и промывки является использование регулятора частоты. АПФ является сильным коагулянтом и флокулянтом, который впрыскивается в дзета-потенциал миксер ЗПМ. Этот миксер не только смешивает воду для улучшения процесса коагуляции и флокуляции, но также способствует кавитации воды, снижению дзета-потенциала и повышению потенциала окисления. Это помогает удалить бактерии и паразиты путем фильтрации, стенки клеток лопаются и затем погибают под воздействием окисления. Для того, чтобы отфильтровать растворенные в воде загрязняющие вещества, их подвергают процессу коагуляции. В результате эти вещества формируются в хлопья. Это первая характерная черта АПФ. Коагуляция происходит всего за секунды, и это лучший способ удалить загрязняющие вещества из воды. Вторая характерная черта АПФ заключается в том, что этот продукт является сильным флокулянтом. Положительный заряд молекул АПФ действует как рыболовная сеть и вылавливает все частицы, включая хлопья, бактерии и паразитов, криптоспоридиум, предотвращая формирование более крупных и устойчивых хлопьев. Для этого требуется время, и именно поэтому скорость фильтрации должна быть ниже, чтобы увеличить время воздействия со стороны АПФ. Хорошая коагуляция и флокуляция перед фильтром дает лучший результат в работе фильтра с наполнителем АФМ. Благодаря комплексному использованию АПФ, ЗПМ и АФМ, наша система фильтрации позволяет уменьшить потребность в хлоре на 80%. АФМ имеет площадь поверхности в 300 раз больше, чем песок, и отрицательный заряд, притягивающие все частицы, которые получили положительный заряд с помощью АПФ.
Сильный отрицательный дзета-потенциал предотвращает образование бактериями биопленки на поверхности АФМ. Устраняя кислотную биопленку, мы предотвращаем создание трихлорамина. Трихлорамин, известный также как летучее вещество, треххлористый азот, вызывает запах хлора в бассейнах. Этот токсичный газ вызывает раздражение легких и глаз. АФМ помогает решить эту проблему. АФМ – это высокотехнологичный продукт, обеспечивающий оптимальную фильтрацию воды. В отличие от песка и других фильтрующих материалов, он никогда не позволяет нефильтрованной воде попасть в бассейн. АФМ удаляет из воды гораздо больше частиц, чем песок или любой другой фильтрующий материал. Но то, что входит в фильтр, также должно и выйти из фильтра. Вот почему фильтры должны проходить обратную промывку водой. При обратной промывке со скоростью от 45 до 50 метров в час зерна АФМ флюидизируются, и 100% выловленных частиц и растворенных загрязняющих веществ удаляются. Лучший песочный фильтр может иметь здесь показатель около 70%. Для обратной промывки фильтра с АФМ необходимо до 50% меньше воды. Этот продукт может использоваться в качестве наполнителя в течение всего срока эксплуатации фильтра. АФМ – это на 100% экологически устойчивый и завоевывающий награды продукт, за который уже проголосовали в Великобритании, лучший экологический продукт по версиям Green Apple и VIBES, а также на Ближнем Востоке, в Испании и в Германии. Солнечные лучи воздействуют на хлор. Наш продукт АЦО защищает хлор от разрушения, он сохраняется, и его требуется меньше. АЦО имеет отрицательный заряд, поэтому положительно заряженные частицы притягиваются и подвергаются флокуляции. Процесс флокуляции усиливается в сочетании с АПФ. АЦО при солнечном свете вырабатывает свободные радикалы, которые имеют очень высокий окислительный потенциал. Радикалы потребляют органику в воде, не образуя никаких опасных побочных продуктов дезинфекции. Все продукты и химические вещества работают вместе, чтобы усилить результаты работы друг друга. Вот почему мы называем наш продукт DAISY, сокращенно с английского «Интегрированная система компании Dryden Aqua». DAISY – Dryden Aqua Integrated System. Это идеальное решение для получения лучшего качества воды и воздуха для частных и для общественных плавательных бассейнов. Идеальные условия для здоровья за минимально возможную стоимость. Лучше и не может быть. Миссия выполнена.